Обвинувачений вважає, що був присутній при підготовчому судовому засіданні захисник. Суд вважає за необхідне відкласти проведення підготовчого судового засідання. Появился только я и прокурор, не смог созвониться со своим адвокатом, а пострадавший, я думаю, не изъявил желания просто появляться. Якобы он сидит дома с маленьким ребенком. В связи с тем, что не явился адвокат и пострадавший, было принято решение провести предварительное слушание 21 числа в 9:30. Предыстория какая? Подошел поздравить товарища с днем пограничника. Они там уже были достаточно выпившие, начали оскорблять нас на фоне Майдана. Вы фашисты, убивайте всех, кто не украинцы, так и так. Он начал словесный перепалки, я ему сделал замечание. Он говорит, я вот люблю Путина, вот, лучше пусть нам придет Путин. Но я сделал стандартную майдановскую фразу, чемодан, вокзал, России. После чего с криками «ты проклятый азербайджанец» он на меня бросился с кулаками. Я его оттолкнул, получил удар в затылок от его товарища. Сбил с ног товарища и ушел. Через 3 месяца ко мне приходят домой сотрудники милиции и говорят, что на меня заведено уголовное дело. Следователь предвзято относился полностью. Никакую не слышал моих показаний, не включил в дело то, что они были пьяные, этого нету в деле. Нету в деле то, что пострадавший постоянно избивает брата жену и так дальше, что на него постоянно пишут заявления. Это все не было включено в дело полностью.